Давай. Черт. Все уже. Ну все, как полетели, бы, полетели. Мы все пролетели, да. Сорян, Сорянович, просто это Last Jedi, я даже не смотрел. Ладно, действуем по ситуации. Мы в Жоржополе, давай туда на севернее. Ну в эти три дома белых, да? Так, а ты что тут уже... А ты, я понял, я к тебе. Надеюсь, что я смогу к тебе попасть. Давай. Ох. Зря ты так, зря, Игорек. Ничего страшного. Все будет хорошо. Ой, тут 6 человек. Давай, сразу на ангары беги тогда, там никого нету. До ангаров быстрее будет народ. И до ангаров очень далеко. В смысле? Вот ангары, вот я прям возле них практически. Или ты думаешь, там уже приземлился? Я уже приземлился, естественно. Ладно, ты в домике, да, получается? Да, я домики. Ладно, давай. Я в соседнем тогда через улицу буквально. Окей. Так. М-ка есть. Хорошо. Ну, пока не так везет на пушке. В соседнем, значит, да? Так, нашел пестоль. Слышишь, что подкричим? Я далеко от тебя, так что... Даже если услышу топ, я тебе ничего не скажу. Понял. Дайте мне хоть что-нибудь хорошее. Ну, дядя. Я к тебе иду. Давай. Так, глушитель, пистолет. Это следующий интересно. Дом беру, двухэтажный красный. Mm-hmm. Слышу тебя. Тебе? Стрельба на Е. Нет. Это не по нам. Это точно не по нам. Держу маленькую одноэтажку, которая примерно дошку. Чтобы быть в курсе событий, происходящих на улице. Если что, у меня глушитель, смогу как-то отстреляться, может быть. Окей. Старайся только двери за собой закрывать. 4х нашел. Блин, а места не хватает. Ладно, выложу гранаты. Стрельба на СВ. Сайгам. Да, что-то такое неприятное. Ой, только дверь-то. Рюкзачок, спасибо. Так, стоп, что-то слышал. Я топаю, может быть. Ну, может быть. Вот, второй же этаж есть. И чего? И можем ничего. Можем соединиться. Да, давай. Можно куда-то свалить. Я следующий дом двухэтажный. В сторону я слышу, школы. Как ты топаешь. Ага. Я за тобой. Беру смежный домик. Угу. Закрывайся. Калашку нашел. М-ку нашел. М-ка в моем доме лежит. Топовая? Нет, не топовая. Голографический. Ну, с голографом мы не помог, короче, он нам в прошлой игре. Увы. Да. Бронька у тебя есть? Тут бронежилет первый валяется. Броньки пока нет, но если что, сейчас беру. Если будет совсем, знаешь, как тяжело. Я бутал дом. Я тоже. Можно к ангарам реально вот к тем дальним попробовать. Давай. И вообще валить отсюда надо, потому что... Полностью кажись, согласен. Там особо люди друг друга не поубивали. Икса у нас нет. Баги слева, кстати. Давай за баги. Ой-ой-ой. Ой, нет, Миша. Не нет, давай. Окей, нет. Хорошо. Чекай ангары, я тогда здесь за камнями посижу. Спасибо, что Тимур 19 месяцев подряд, офигеть.
Привет. Так, тут не полутано. Хорошо, лутай спокойно, я тогда прикрываю с стороны города. Меня интересует бронежилет, семерки и глушители. Ну или там компенсы, если будут свободные. Бронежилет валяется второй. Ага, чекнул позицию. В этом же ангаре. Блин, я в дальний побежал. Иди просто в ангар за мной. Миш, ты я смотрю, равно... за из города смотрю, понимаешь? Ты чтобы меня к нам не не прикроешь все равно. В смысле, не прикроешь, у меня 4x. А, у тебя 4x. Это другое дело. Этот ангар залутан. Угу, понял. А, то есть один ангар залутан, да, из трех? Ну, из того, что я видел. То есть третий, может быть, дальний тоже залутан. Этого я не знаю наверняка. Привет, Лонвейв, не... Нет, не взяли мы топ-1 еще. Вот сейчас топ-3 взяли с первого трая. Так, все, иду за броником. Да, здесь тоже пусто. Я к тебе выбегаю. Мы не в круге. Мы близко. Гадка гора. Да, была. Пушка у тебя какая? Калаш, а ты резаков вторых не видел здесь? Нет. Ладно, нормально. Побежали? Побежали. Гора гадка. Мне нравится гора гадка. Угу. А, ты туда. Окей. Давай жду. Хорошо. Можно попробовать принять товарища, который... Смотри, с жержопля будут идти... Здесь, да, здесь, скорее всего. Да, можем попробовать. С горы здесь попробовать. Учитывая твой икс, можем попробовать постреляться. Вот на гору прям вот на 120-100. Вот, ага. А, ты имеешь вообще на большую гору, что ли? Да. Хотя нет. Да тут деревья в куче. Да, да, да. Смотри, правый город. Один дверь от дома закрыт. Все вроде чинно-мирно. Вот народу хорошо не... еще. Ну, смотри по себе. Я присяду. Ты облутанный, да, у нас? В смысле, еще раз. Тебе хватает лута? Я могу пойти полутаться? Да, пожалуйста. Ты прикрывай тогда. Да сидел бы на горе, бы смотрел бы просто так, там, ну, убежал. Икса нет, ну ладно, забей. Так я дам иксти что-то. Не-не, не надо, не надо, не надо. Просто смотрю, короче. Вот со школы могут побежать. Или с больницы. Что здесь, по-моему, больница все-таки. Да, здесь все закрыто. Блин, ну, конечно, я больница. Тебе, короче. Давай. Мы в этом доме почились сейчас. Мы же в круге здесь, да? А, нет, нифига. Да, здесь не залутано. Там второй этаж, кстати, можно забраться. Я давай я заберусь, оттуда буду лучше смотреть. Потому что что-то как-то палит только одну сторону. Аюшки, привет. Так. Я за тобой бегу. Угу. Что-то здесь нихера нету. Бинты только. Здесь вообще прекрасно людей встречают. Что-то слышу я. Только ничего не понятно, что слышу. Сейчас давай посмотрим чуть-чуть. У меня плохое просто предчувствие, знаешь, относительно того, что... Вокруг вообще никого. Могут на машине по этой дороге ехать из жопли. Могут, могут. Ладно, побегли отсюда. Я думал, что здесь можно кемпернуть, пацанов. А мы не в круге. Здесь тачка есть, кстати говоря, садись. Ну, тем более кемпернуть можно. Окей, ладно, побежали. Компенс нашел на калаш. Ну ладно, давай дождемся, короче, вот прям вот. Прям вот круг, у нас тачка есть. Так а почему ты не хочешь наверх там давай, забраться? Давай. Вон туда вот. Там хорошее место для X4 вообще прекрасно. Что если они по этой дороге пойдут, мы можем их... Ой, тут второй шлем оказывается. Лол, пропустил я. Я слышал, Миш. Что слышал? Показалось, может. Вот. Машину. Слышишь тачку? Не слышу. Сторона. Нет, нет, нет. Не точная информация. А ты на третьем, да? Угу. Угу.
Так, я помню, что ты смотришь, я смотрю, короче, сюда Е и... Ну, это по-любому должны люди как-то пойти, либо через нас, либо не через нас. Мне кажется, это машина и дорога будет. Но они могли по верхней дороге. Ладно, давай поконим. Поконим, поконим. В гатку едем? Да, давай. Она близко к границе, там поля. С иксом развернуться можно очень хорошо. Раньше все равно нормального ничего не будет. Хотя вот эти вот дома прям на границе. Ладно, забей. Так, гадка родная. Гатчина. Когда вот здесь зона... вот на тачку посмотреться. Зона там чуть дальше, видишь? Можем дальше проехать. Поле, дома. Ой, ёпрысоты. На Е, короче, ехай. Не будем ничего лутать здесь, у нас же мало. Ну ладно, давай остановимся. Да, тут вроде все довольно спокойно. Поехали. Да, тут не лутано вообще ничего. Я возьму ямочку, если можно. Бери. Так, тут аптечка еще есть. Глушитель на снайперскую винтовку есть, но снайперской винтовки, насколько понимаю, нет у нас. Угу. Так, ладно, следующее здание. Послышалась машина, услышал вдалеке. Это взрывы. Осматриваюсь пока. По большей части. Понятно. С кем играешь с майкерами? Здравствуйте. Это кто такой там новенький? Ты че? Ой, на Ютубе вообще человек. На Ютубе, ну. Неожиданно. Там МК какая у тебя была? Нормальная или не очень? Не, пососно. Понял. Так, ну смотри, в теории... Я не знаю, в общем. Да поехали отсюда нафиг. Да, ну вот лутаем следующие дома. Ну, то есть куда едем-то, в общем? Ну, на Е. Ты предлагал ехать на Е, мне нравится. Давай, на Е. На Е маркер. Там... Ну, уже 60-75, вот так вот. По границе, короче, там есть несколько домов. Только там. Тут много людей через поля будут идти. Выбирай какой-нибудь крайний дом. Если они уже не заняты, в общем, соль. Давай вот этот, да. Вот самый. Хорош. П, парковка. Залутано. Опасно. Достаем сайгу. Чисто. Предлагаю здесь пока посидеть. Мы в круге. Если двери закроем. А, мы нихера не в круге, лол. Все, забей. Здесь даже нет смысла сидеть. Ё-моё, тут смотри какой. Чего, господи. Я испугался просто. Вдруг чувак пушку держит. Поехали. Жесть какая. Дробовик там. Дверь держала дробовик. Вот что меня насторожило. Не, надо ехать, короче, Миш, подальше. Предлагаю, вот на 60, короче, есть дома далеко-далеко. Над почками. Над починками. Хорошо. Там дверь открыта наверху, да. Вижу на балконе, да. Опасные люди, опасные. Ух, ты тут как между деревьями проскакиваешь уверенно. Ну, стигарь, понимаешь? Воу.
Сейчас все будет, сейчас все будет. Я чувствую, нормально все будет. Я чувствую прям. Контролируем занос, Да-да-да, отлично. Так, вот этот дом мне нравится, который вот прям по курсу, видишь, да? Да-да. Да, просматривается с него, конечно, хорошо все. Тут закрыто пока, чисто визуально. Выходи. Захожу. Тут не зал... А, нет, тут залутано. Тут лежит пушка, но без патронов. Это как бы... Это как бы палево. Пушка без патронов, но зато тут ВМК. Есть у тебя какой-нибудь этот... Посмотрю, вроде тактическую брал. Нет, выкинул. Окей. Ну, я предлагаю здесь пока потаситься. Давай я повыше, ты на дверь. Смотри, там дверь открыта. Это не я открыл. А ее здесь нет, Миш. Окей. А, тут крыша пососная вообще, забей. Ты сайгаш, да? Да. Может, на этаж пониже спустишься? Могу. Илай, смотри, кого я нашла. Я знаю, откуда вы пришли. Тут стрельба была, кстати. Тут воевали люди. Да? Каким образом ты догадался? Стекла разбиты в некоторых этих окнах. Всем, ребята, еще раз добрый вечер. Зум золотой, всем привет. Как форсаж? Ну, форсаж на семерочку из 10-бальной форсажевой оценки. То есть, если вот брать вот 10-бальную оценку именно форсажа, то это на семерочку. Странный звук такой. Шуршащие, это что? Я ползаю. Не вижу, знаешь? Тачку, вижу, тачку едет. Прям на нас. 285. Ты видишь? Серьезно? Какой 285? 255, извини, 255, Миш, прости. Проезжает нас. Вижу, сейчас. Уехали. Ага, вижу их. Они сейчас на С. Да, я вижу, вижу. Ну, в смысле. В листве скрылись. Не вижу их. Угу. О, еще баги. Там же. Ну. Ага, вижу, вижу. Остановились у нас. Высадились. С Айгой пытаюсь встретить. Нет. Нет, они уехали, уехали. Увидели. Недалеко. Видели, уехали. Кого не видели, нас? Не знаю, вряд ли. Я вот тоже подумал, что как какой-то... Миш, мы не в круге. История за 300. Все хреново, надо на 120 на СЕ выходить. Да. Давай, я первый, чего ты? Не сайга. Уже не сайга. Прям сразу за дом. Машина или не машина? Машина, конечно. Тут ехать просто фигня. Хочешь, пойдем пешком. Не, ладно, сели уже, шумим. Главное понять, куда. Давай вот в восточную часть круга. Ок. Тут как будто вообще никто не проезжал. Не проходил, не лутал. А, нет, там перестрелка, половины двери нет. А баги не взяли. Бросаем тачку здесь? Да, я думаю, да, дальше пешкарусом. Ну, так, стрельба 150S. Угу. 120. Да, они за холмом.
Так, Стрельба они нас... перестреливаются с чуваками на 210. 210, да, 210 есть. В общем, капец там народу. А сейчас надо попу прикрыть, Миш. Ты хочешь на холм прям? Прям на холм? Ну, вот как-то так, чтобы нас с холма не было видно, чтобы мы еще вот так вот всех в спину... Сейчас просто круг пусть подходит, надо сейчас встретить всех тех, кто вдруг опоздал. Займи какое-нибудь дерево. Угу. Только желательно левее, наверное. Не-не-не, нормально всем. Хорошо, спасибо, ребят, спасибо. Так, какой-то... он поджимает. Смотрим. Помним про две тьмы, да? Одна левее, вторая правее. Мы не в круге, мы далеко. Надо двигаться, скорее всего, в 150, вот туда вот куда-то. 150-160. Это наиболее безопасно. Заходи к тем чувакам сбоку, в спину, по синей кромочке. Ты готов двигаться? Да, давай, пойдем. Вот, если их принимали спереди, сзади, соответственно, маловероятно, что они что-то ожидают. Нам нужно так, немножко нас... срезать уже. Налево давай, давай. Налево? Ну, ближе к концу. Но у нас будет целая минута, чтобы хорошо, добежать. Хорошо, хорошо. Тут, в принципе, всего-навсего 5 квадратов. Согласен. Зато слева точно никого не будет. Хорошо. А, ты прям так жмешься? Ну, ничего себе. Не так мы долго будем бежать, Игорь. Не хватит нам этого. Да хватит, хватит. Мы сейчас срежем чуть-чуть. Мы сейчас только дойдем вот до... Понимаешь, сейчас вот мы если бы, значит, срезали бы, мы сейчас кому-нибудь спину прямом найдем. Минута осталась, нам бежать нужно. Ничего, ну так беги, я что, тебя останавливаю, что ли? Миша, ты переоцениваешь, мне кажется, длину. Стрельба 255. Стрельба, да, да, да. На горе. 30 секунд. Ёб твою мать. Сейчас, секунду, подожди, пожалуйста. Все. Поехали. Времени нет. Направление 195. Нет, ближе даже. 200-210. По прямой, да, по прямой бежим. Извини, мне просто опять обновление Windows выскочило. Я ничего не могу поделать. Справа стрельба на 300 где-то. Угу. Да, если бы я бы не затопился с виндой, то мы бы прям четко добежали вовремя. Стрельба также справа. Надо камни вот какие-то центральные выбирать. Слева, слева, стрельба. Так, я попробую. Прямо на СВ, прям стрельба. Не несусь сейчас. Вот сейчас, сейчас ложись, прям как только будешь в круге, сразу ложись. В круге. Так, справа могут быть. Справа, да, справа, скорее всего, будет выходить сейчас. Переползаем сюда, вот сюда, в кустике. ХГшечку аккуратненько. Можно даже вот так даже. Там продолжают шмалять. Что поделать? Да ну нормально все. Ой, там будка, видишь, тут вообще верхотура жесть. Верхотура жесть, да. Надо еще обходить, слушай, надо еще обходить. Ни в коем случае отсюда не... Нас могут снизу порешать аккуратно. Ты же помнишь, что там еще команды есть, которые хотят победить? Минута 30. Да, время у нас есть. Давай-ка лучше под ХГ спускаемся. Итак, да-да-да. Стрельба 210. Прям за будкой, по ходу дела, сидят. Ну так к будке мы отсюда может, вперед, никаким... Вот вперед, может быть, пройдем чуть-чуть. Потому что мы сейчас такой вот сейчас окружность сделаем вообще. Там низина. Не, не, да, не слезай, не слезай. Тебя просто не видно очень хорошо, Миш, что это низина. Не надо так, не слезай, иди сюда. А, не слезай, не срезай. Да-да-да. Аккуратно. Тебя слева не видно. Сейчас не видно ни слева, ни справа. Только по центру будет видно. Выходим, чистим взглядом центр, все.
За будку сейчас. Иди прям в будку, давай. Попробуем. Будка не в зоне. Будка не в зоне, но... Давай, внутрь. И осматриваемся. Хорошая идея. В принципе, нам реально 2 метра пройти от этой будки. Так, слева стрельба на 195. Прям под нами. И они оттуда будут бежать. Может, в кусты вообще сесть туда, влево. Хотя нет, это не... Короче, нам нужно будет спускаться с ХГ. Прям будет пройти. Нет, смотри, мы прям будем здесь такие закрытые, прям вот этим ХГшечкой, когда сейчас... Давай, ждем круг, короче, зайдемся энергетиками. И, скорее всего, будем падать пластом и спускаться с ХГ. Нет, справа, видишь, справа, вот это вот дерево, видишь, справа, прямо, которое я смотрю. Вот, прям хорошенькое место, такое красивое вообще. Да, неплохое место. Но если, конечно, еще правее нас не возьмут. Возьмут, но там вроде... Круг пошел, давай. Круг пошел. Ой, я не закинулся энергетиком. Ну, уже поздно. Нет, еще есть время. Закинулся, пошел. А все, вот здесь аккуратно лежим и смотрим направо все. Просто. Прям по курсу на 250. Стрельба. Люди? А, господи. Нет, стрельба, просто стрельба. И слева они перестреливают с чуваками. Справа никого. Блин. Твою мать, давай сейчас... вот это круг. Просто Иисусе, матрос. Ну что, надо двигаться потихонечку. Хотя двигаться может быть вообще в стыло. Может по краешку вот этого круга. Я понимаю, что мы внизу, с ХГ... Внизу посох. Смотри. Игорь, перестреливаются центральные с правыми. Они вряд ли смотрят в спину. Нам сейчас выбор, либо мы идем между ними, что как бы вообще провал. Я предлагаю направо пойти, вот на НВ, который кусок круга, на НВ. Так мы просто не про... Не... Мы... Нам все равно в другую сторону надо идти. Зона слева, ладно. Вообще по левую руку. Ну веди тогда, я не хочу вниз спускаться, вот в чем проблема. Вниз там просто есть... это прям супер посос, Миш, вообще. С любого ХГ тебя просто застрелят. Короче, давай не будем спорить, прям пойдем к будке вот к этой, и все, будем от нее работать. Будка не в зоне, она между... Да я понимаю, что она не в зоне, но нам нужно начать двигаться в ту сторону, понимаешь? Нам не нужна та сторона, Игорек. Ну ладно, давай в этот раз как-то сделаем. Вот сюда спускаемся, правильно? Я вижу, понимаю. Вижу. Там камень, все же нормально? Мы идем в сторону зоны? Идем в сторону зоны, все. Зона слева. Я понимаю. Хорошо. Тут работает с этой. Так, не торопимся, Миш. Так, сейчас вот еще закинься. Дерево перед нами, они прям в зоне. Угу, боюсь, что там спину зайду сейчас по цепу вот просто. Зона пошла. Ну, давай вперед. Так, это не та зона, я к тебе. Дерево не в зоне. По мне стреляют, попали разок. Зона сейчас будет убивать, я побежал чуть ближе. Давай. Стреляют из дома, пытаюсь мансить. С дома стреляют? Я в зоне. Кажется, да. Лег, справа стрельба. Блять, я не в круге, вот посос. Ё-моё, гранат. Вижу человека. Убил. Красава. Справа стрельба. Вижу человека, 240, далеко за камнями сидит. Выцеливаю, он лежит, все. Работаю. Кнокнул. Хорош. Осталось трое. Справа еще стрельба была. Я пока лечусь. Сейчас его вдруг бежит его поднимать, смотри. Вижу. Вижу его. Убил. Одного. Нет, он... Ранил. Убил. Хорош. Остался один человек. Слева стрельба. Слева стрельба. Слева где-то. За деревом. 150. Вижу. Стреляю. Попал три раза где-то. Выцеливаю его. На прикрытие, дай на прикрытие. Постреляй в него на прикрытие. Я бегу. Подожди. Подожди. Круг 30 секунд. Перезаряжаюсь. Блин, гранатка есть. Попробую кинуть гренку. По мне, лупят. Я еле живой. Хилься, Миш, 16 секунд. Блядь, да что за дерьмо? Стреляет по мне. Живи.
попал два раза. Попал. Попали очень сильно, Миш, попали. Он вообще прям очень-очень коцанный. Забегай. Зона, 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 зона. Он... Убил! Есть, есть! Ес, ес, хороший Игорек. Красавчик, красавчик. Ой, как чётенько, а, фух. Фух, ты был прав с направлением. Оказался прав, фух. Фух. Я двух убил. Это уже не ноль. Ой, да, пацаны, пацаны. Хагош, хагош. Как кричать? Ну, я уверен, что Пойнт сейчас кричит. Сейчас монитор. У меня, наверное, сейчас с ума сойдет. Я тут кричал прям так вообще. Ну, я вчера прям был, что мы победили наконец-то. Боже, мы всех отработали, всех выследили. Да, а куда-то да, всех да. услышали, спустились да, как, да, просто да. как надо было, короче. Да, это да. просто капец. Миша, это победа. Это победа, да. понимаешь? Да, 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 да. Так, ну мы сейчас в северный полетим. Ого. Это там наверху, вон влево. Мы знаем, да, так мы же не до... А, ну, чуть-чуть не долетим же, нет? Нормально, нормально. А, хорошо, хорошо. Вредно сомневаться. Погнали, погнали. Да рано еще, ладно. С нами один летит минимум. Хотя он вроде в стрельбище летит. Ой, тут много народу, походу. А, да, подо мной один. Но он, кажется, снижается порезче. Там справа две тьмы летит. Угу. Ой, да, от меня прям летит один челик. Близко. Давайте все как-то в одно место. Я в левую часть. Давайте, вы... я тоже в левую. Нам не хватит лута с одной стороны. Ох, дрить тут. Ох, распустились-то ландыши, ребята. Там причем две тьмы. Может быть они подерутся, да. а мы победим лучших из них. Сейчас будет весело. Это будет очень весело. Либо быстро, либо весело. Да. Тачка на севере города. Ну так, да. Вряд ли она пригодится, но тем не менее. Двое упали к нам налево. Двое налево, прям к нам. Вижу. Причем они быстрее. Они в голубеньком и красном здании. Павел, там есть две пушки или нет? Ну, я пегаль нашел. Так, у меня дробаш хороший. Бой, пешка. Предлагаю двоих принять, как только пушки Паша, появятся. Паша, X4 нашел, Паш. Давай. Ты где? Дядь, держи. Там здесь. Ой, ребята, вы далеко, конечно, там. Я взял лом. Погнали. Дай пегаль мне, Паш. Что? Пегаль. На. Ну, надо левую защитить. Здесь у меня выходит чувак без оружия. Он вышел, без оружия. Я за ним. Давай, лупи его. Там второй, он к второму идет. Он закрыл дверь. В красном доме оба. Миша, он может быть с оружием. Да, блин, твою мать, что же я такой косой там? Он бежит обратно. Тихо-тихо. По нам сейчас стреляют тут, не? Да, слева стреляет. Да перезарядись ты уже, гвонючек, дерьмо. Тихо-тихо-тихо. Все там слой какие-то. Вот здесь лутайте, здесь не лут. Тут открыто, видел нам? Да. Мотачку слышу. Да. Попал, больно очень. Где? Враги где? Три хэдшота дал ему. Почему он не умирает-то? В машину еще едет. Где а враги-то, ёб красоты. Вы вырубили, вырубил. А, я не достреливаю. На в церкви парень бегает, спрыгнул с церкви. Понял. Пойдем? Не мельтеши передо мной. Добил. Тут дробаш, правда, хреновый. 686. Я перебегаю на ту сторону. Я с тобой. Противник рядом с двухэтажным серым домом.
Угу. За? Да. Два противника за двухэтажным вот. Серым домом. Да, вижу, вижу. К церкви убегает он. В церкви трое получается. Да, одного да, выбили. Одного я убил полностью. Машина остановилась, идем? Машина, а. Видимо, за ними. Да, возможно. Я пробегаю направо далеко. Давай, я за тобой. Перебегают. Ой, по мне стреляют. У них калаши или что-то такое? Да-да-да, по звуку калаши вроде. Они на вот церкви? Лупишь по нему? Не вижу его. За домом, прямо вот за моим. Один убит. Понял. Иду, Игорек, я за тобой. Упахнули. Еще где? Мы убили двоих. Минус два. Сразу убил? Да. Все. Возможно, еще есть. Там две тимы же летело. Да. Мы как? Да. Че по минусам? Убил двоих. Убил одного. Паша, я обзавелся калашиком, Паша. Тихо, тихо. Машина едет. Тачка, тачка, тихо. На С, на СЕ. Вижу тачку, могу пока в лицо пострелять. Ребят, вижу человека, вижу человека 150. Тихо, тихо, я вообще сзади. Твою мать, война вообще. Ой, война, война, вообще война. Вырубил одного. Отхиливаюсь. Убил одного. Фулл HP. Тупо сок! У меня патронов нету. У меня кто-то. Иду это к тебе. Игорь. Это Игорь. Да, я к тебе. Ой. Вон, из тачки вышел, в белой рубашке, товарищ, нет, без оружия патрона, вообще. У меня два патрона. Калаш, убей калаш. Его. Я не вижу никого из тачки. Справа он стоит, просто ничего не делает. Он ливнул, скорее всего. Он ливнул. Ну и все. До свидания. Че, у нас две машины? Ну он же АФК, Миш, убей его. Ой, подожди, кнопнул, кнопнул. Еще один. Еще один есть. Это будет тот чел, который отомстит, убьет всех. Ну что-то мне кажется... Движение на 330, НВ. Ага. У меня два патрона, защищайте меня. Он... По мне стреляет. Я... Ходят, он блин, прям на мне, он прям на мне. Иду, иду, Паш, иду. У меня два патрона, я ничего не могу сделать, сори. Прям уламыч он. Наверху, на крыше, на втором этаже, откуда? Вон он, за углом, за углом, за углом. Не умереть, нельзя умереть. Нельзя умирать, Миша. Я понял. Это непросто. Я иду к вам. У меня не получилось чуть-чуть. Ребята, у меня две пульки. Я в безопасности. Он вокруг, вокруг этого здания. Он сейчас будет его добивать. Игорь, ты его должен уже услышать. Не вижу, не вижу его. Вы чё? Он прям здесь был. Прятался с Сика. Походу я ливнул. Возможно, он ливнул, но лут. Нет, он не мог. Он вот сюда убежал. Вот здесь он, возможно, сидит. Вот он лежит! Тихо! Убил. Прочитал. Лег сразу. Ой, возьми просто молодцы. Игорь, дай возьму оружие, пожалуйста. Возьми оружие. Синий возьму... поплыл. Прием, прием. Синий отлично полутались. Ну, мы сейчас с него все возьмем хотя бы. Боже, сколько мы дрались. У меня 2x4 прицела, ребят. Самое, ну, самое сложное. Собрано. Дядь, а ты что, забрал-то все эти... Может, я больку одну, Паш? Кого? А, она одну. Давай. А пентами такие все, а потом... Да-да-да, я знаю, знаю, знаю. Но у нас есть тачка, я надеюсь. Да, там есть тачки, там две тачки целых. А чё по этим, ребят? А ты восьмик взял, Паш? Да. Угу. Ой, погнали, а чё по патронам-то? У меня пушки даже нет нормальные. Но зато 4x прицела, ребят. Тачка, где тачка была? Какой вот лутик. 5 прицелов. Тачка возле церкви стоит. Заводи её. На НЕ от церкви. Что такое?
Да я тут еще одного парня нашел просто. Хорошо пофайтились, да, Миш? Так да, но я больше наблюдал за, со стороны за этим, но мне понравилось все равно. Да, ребята, красиво. 4, 4 x прицела, 4. Да не понадобится сок. Все, к машине, поехали отсюда. А блин, вообще не залутано ничего. А мы же чуваков не всех залутали, да? А те, которые возле дачки залутали всех, да? Я утонул нормально, прям. Патрики, есть у тебя семерки? Семерок нет. А, есть чуть-чуть. Ну, да, интересует, ребята, эти штуки, которые пьют. Я ж тебе дал. Ну, где-то мне одну дал, наверное. А чё вы в эту тачку-то, ребят, вазик стоит? Всё-всё-всё, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, спокойствие. Я не волнуюсь. Все, погнали. Игорь. Да-да-да, иду. Славная драка была. Да, после этого трая мне надо будет в магазин идти, чтобы коту еды купить. Так зачем? Кот может без еды, знаешь, сколько жить? Да, очень долго, кстати. Он будет мяукать и мешать стриму. Ну, замотайся. Уберите автомат какой-нибудь, говорите. Все. С дробовиком неприкольно. Я знаю, да, я сейчас заканчиваю, да. А, точно, там же есть у нас барон X4 прицелами. Да. Sounds Gucci. Я бы принял один. Мне прямо сейчас выкидывать на ходу, как ты кар выкинул? Нет, не стоит. Что, в Ясную Поляну едем, что ли? Не. Тебе кажется. В Липовку мы едем. Но могут возникнуть проблемы. С ФПСами, например? 300 уже возникли. Можете еще камеру немного это влево-право поделать, будет приятней. Найс. Хорошенечко играем. Игорь, был топ-1. Да, ребята, все, тебе во всех режимах был взят топ-1. Сегодня с Мишей в 2-2 взяли. Стрельба? Или показалось? Все, нормально. Я не собираюсь все равно останавливаться. Закрыты домики. Да, нам на 4. Да, стрельба, была стрельба. Стрельба из Е. Я понял, да. А почему именно в Липовку едем? Ну, самолет так летел, что вообще он, Липовка самая далекая. И Мылти тоже далекая. Ну и там круг. Там можно будет до конца посидеть. Сейчас мы... останавливаться пока нет смысла. Игорь, смотри, мы мимо чего проезжаем. Да, фазенда открыта. Mm. А, нет, закрыта. Закрытые фазенды. Может здесь? Здесь Т3 дроп. Хороший дроп. Хотите, давайте. Дроп. Тут прям сладенько же все. Хороший дроп. Просто мне кажется, здесь кто-то был, наверное. Дверь открыта? Открыта первая? Нет, все закрыто. Все закрыто. Мне кажется... А, нет, открыта. Открыта дверь. Все не норме. Ё-моё. Я только почувствовал вкус Т3 сета. Да. А реально есть Т4 сет, ребят? Т4? Это очки с противогазом. На Reddit есть пост от Т4 с этим. Типа, чтобы просит его добавить в игру, но у него, чтобы был штраф в МС, например. Типа, минус 20% МС. Не, я пока видел только самое мифическое, это прицел X15. Вот, я видел. Два раза уже попользовался. Ну, Липовка 100% занята. Надо сначала повыцеливать, наверное, да, было. Да. Что-то тут есть. Хотя стоит УАЗик. Закрыты двери. Ой-ой-ой, хорошо. Хорош. Ну, нормально, можно было и заруинить на самом деле. А, здесь же нельзя, точно. Ага, нормально. Ну, в принципе, заруинить получилось. В принципе, выходит. Заруинить получилось. Я возьму новый УАЗик. Не зря же его поставили сюда. Да что?
Игорюнь, давай вместе, надо вместе походить. Ребят, все вместе, вместе, аккуратненько. Тут точно должен быть народ. А, тут аптеки ну, лежат. Какая-то его часть. Не залутано. Ну все, лутаемся. Так, я за ламой, хожу просто. Внимательно смотрите все. Я понимаю, что лени не хочется, но как бы чё. Игорюнь, у меня есть тебе довольно важный вопрос. Ну, чё. Попрошу максимально серьезно на него ответить. Да, без всяких тральбасин этих твоих дефолтных, понял? Тральбасины, ну давай. Подожди, тачка. Да, на В тачка очень... Надо ее принимать очень жестко. Алло, стреляйте, лупите. Я не мог. Они вообще мчатся, они мчатся очень быстро. Остановились на СЕ. И они лагают. А переворачиваются. Лупите, попал кто-то. Лупите. Блин, тут не пройти. Одного кекнул. Лол? Второго кекнул. Нормально. Работает. Остальные убежали направо в сторону СЕС. Не, один с забором же, нет? Вот прям здесь у меня один. Убит. Он сразу умер. Виноград, подтверди. Да, все, я умер. Я хилюсь. Умер сразу. А вот и лотик подъехал. Они хорошие, слышите? Очень хорошие. Вкусненько. Так вот. Значит, возвращаемся к теме. Нас какие-то дебилы отвлекли. А где можно подлутать? Игорюнь. Одного чувака хотя бы дать. О, шикардос. Игорюнь. Это мое. О-о-о. Почему ты такой невнимательный? Я слушаю тебя внимательно, давай. Ты готов ответить? Ну, нормально, по-серьезки. Да. Пюрешечка или картошка этот, или макарошки? Ну, конечно, пюрешечка. Ну, что за вопрос? А почему? А почему нет? А почему да? Ну, потому что пюрешечка, она такая... А с чем пюрешечка? И с кем макарошки? Это тоже вопрос. Ламыч, тебе X4 или скину. Опа! А вот такой поворот событий я не продумал. Ты понимаешь? Ведь с сыром, например, можно... Если есть сыр и пюрешечка, ты же не будешь есть пюрешечку с сыром, правильно? Нет. Что за... Фуй. Тихо. Вот. Все, тихо. Максимум концентрация. Ага, предельная. Так X4 ты не взял, Ламыч, я тебя скинул, а ты ушел. А он мне уже не нужен, Мишань, спасибо. Кому-нибудь нужен? Ребята, мне 4 X4, что делать? Не нужно. Солить. Все выкидывай. Ничего не надо. И рука не поднимется выкидывать такое добро. О, аптека, наконец-то. Своя собственная. Так, ребят, не отвлекаемся, мы дальше лутаем. Аккуратно. Очень. Слушайте, а мили оружие не занимает, получается, веса? Вообще ничего, если ты его одеваешь. А ну зачем тебе? Просто у меня лом есть, я как бы ношу с собой, думаю, сейчас тяжело, наверное, будет мне с ломом. Но... Ты решил ласткильчик оформить с милишки? Нет. Такое себе удовольствие. Так, тут же все, тут уже кто-то был из наших. Ламыч засел, смотрю уже. Опача, лодка на СЕ 150 плывет. Плывет? Вроде нас оплывает. Да, плывет. Вроде оплывает, поэтому... Ну, следи, вроде. Просто следи за ней. Я слежу, нормально. Просто FBI такой. Нас ага. Плывет. Да, на Милта Пауэр, судя по всему. А круг-то, они... кстати, не у нас. Они становятся на берегу СВ, пошёл, зафиксировал. Там 3 человека, ладно. Протокол, составьте, пожалуйста. Не, он-то просто стратег невероятный, вы чё шутите, я не понял. Что за настрой не боевой? Господи, как же вы роф лети. Какой рофил? Сейчас причём реально пошёл рофил какой-то. Тебе лучше со мной не сидеть в одном доме, потому что меня сейчас сайгает и меня разозлил. Я знаю, чем это может закончиться. Как к сожалению. Тут молодой меня взбесил недавно. Он больше не хочет. Господи. Ну, чтобы вы понимали, нет, надо реально иметь представление.
Это не рофель был, если что. Да не, я понимаю. Это два бронничка, ребят. О-о-о, я взял бы. Вот сюда. Вы слышите? НВ. Конец. Хорошо, пропускаю, Игорюнь. В левой дальней комнате. Лол, тут бывает что-то полезное в этой комнате. Ну, это такая себе полезность, Т2 броник. Лучше, чем Т1 броник. Пошёль, Red Alert или пока можно лутаться? Мы выезжаем, выезжаем. Где наш Гелендваген? Где-то при Прагаваген. О, сейчас на Минкопавер будет просто... У меня сзади кто-то стреляет здесь. Лол? Да, они лупятся очень бодро. Я пятерки ищу, мне очень нужны. А кто-то есть из Екатеринбурга? Здорово. Акцент, говорит пользователь в чатике, очень похож. Здорово. Акцент у пользователя в чатике? Хань-хань, это акцент... Айлэйм, он прекрасен. Дебош спрашивал, прям попал. Ребята, угадал. Ребята, выходите на дорогу, пожалуйста, выходите. Павлик, да. Вот подцепи меня, а. Ну так ты выйди на дорогу-то и подцеплю. Ладно, была шутка про сколько в час, но я ее опущу. Еще один. Чик, блин. Поехали. Ломаешь. А я между вами такой, опа. Просто отдохнешь, ребят. Чего? Да нет, там спрашивают, Лам еще он выпил, что ли? Я говорю, нет, он просто на расслабоне. Не, это чисто мой дефолтный этот настрой. Сейчас начнется бой, ребята, и поверьте, вы услышите другого Ламыча совершенно. У нас другой бой идет пока. У нас борьба с ФПС. Давай тут покружимся. Пока мы еще ни разу не выиграли ФПС, всегда побеждает. Ох, чувствую, сейчас будет бобосно. А мы прям по дороге, да? Туда-обратно прокатимся пару раз, да? Ага. Отлично. Вон туда в дома. Миша нравится, значит все нормально. Надеюсь, вы готовы. А зачем нам туда? Может, округ будет в другом месте вообще? Ну ты чё, да. Ты хочешь это как предугадать, что ли? Чё? Давай, давай, здесь... лупим. Здесь могут быть пацаны. Здесь люди с этого могут скатера. Ага, ну застряли. Давайте, смелее. Прошелестить все дома. Очень быстро. Звук шелеста. Все нормально. Все пока нормально. Никого нет. Вроде да. Да, тут не лут у нас. Сайга, слышите, надо вам? У меня я уже. Я бы взял сайгу, да. Все, вроде нормально. Пойдемте. Пойдемте быстро сюда. Там очень стрельба быстро. Идет. Очень быстро за мной. Стрельба НВ, давай, чё? Вы сейчас либо бежите, либо мы проиграли. Все, бежим. Бежим, алё. Ох, сейчас зумами можно пострелять будет, да? Ой-ой-ой, сейчас будет такая грязь. А если сзади зайду сверх, Паш? Поэтому там... бежим наверх. Чтобы все прочекать, а потом спуститься. Логичничь. Ой, у меня сайга с окогом была. Сейчас бы неприятно произошло. А, машина прямо на нашу стреляет, позицию. Сзади стреляет по нам. Ну так уйди сюда. Уйди сюда просто под ХГ, все в камне. Готовенький. Хорошо. Сразу отъехал, да? Да. Ну и все, тусим. Смотрим только 105, только. Только оттуда нас убьют. Потому что если что, мы лежим. Нам нужно убедиться, чтобы вообще ни единой души сзади не было. Я ваша жопка буду тогда. Давай. Так, надеюсь, отсюда можно вылезти. Да, спокойно. По мне ляпнули. Аккуратно. Я застрял. Все, сядьте. Застрял. Это НВ там. Миша, уйди, Миша. Протиснулся. Да. Вижу, откуда стреляют. 300 направления, если есть зум хороший, что-то там за деревом 3 на 300. За иногда деревом? Прямо за деревом на 300, да. Не вижу. Сейчас скажу получше. Дерево 310, большое такое здоровенное. Вот за ним второе дерево, вот сейчас постреляю туда. Там, все, вот видишь? Не вижу. А там их схлопывают, ребят. А мы они пойдем должны... напрямо, и мы дальше смотрим. А зачем мы пойдем напрямо-то, если нам мы враги сзади, С! Вижу! S. Смотрим.
У них тут low ground вообще очень красиво. Да-да-да, я поэтому дыма хочу раскинуть. Я раскидываю ХЕ, рандомное. Давай. Сейчас будут флешечки еще. Я очень много дымов сейчас буду прокидывать. Чтоб мы прошли туда. Ой, по мне попадает. По мне тоже, это с другой стороны. Это сзади уже вышли. Это СВ откуда-то стреляют. Да, стреляют с СНВ. Аккуратно. Ну он же сдохнет! Вон он видит, я его вижу. Ой. Сига. Они за камнями там, слышите? Да, 280. Да, да. 280, вижу. Но очень опасно они сидят. Ну, в плане мы для них. Круг вообще не здесь. Вообще. Ну, прям именно... Вот это грусть! У нас тут еще челики сидят под блоком. Да. Нам надо, короче, забить на правых и рашить левых. Я готов рашить левых. Достал этот дрободан тоже. Готовы? Да. Погнали. Массы берем. Чуть левее берем. Смотрите, где кто. Они сейчас сразу прям здесь будут. Трусы? Они зону, может, увидели и все. Да. Побегли. Получается, мы за ними идем. Можно я остановлюсь, захаваюсь этим? Ну, быстрее, так надо было давно уже захаваться. Минута осталась. Да. Мы хаваемся на... Движение S вдоль стенки. Вижу. Три обидно. Человека, там трое. Еще, пьем. И быстро идем. Нам нету времени. Ну помните про чуваков на НВ, да? Помните про них? Да, но нам надо бежать вообще. Идти. Бежать надо миллион времени. Ой, очень чел прямой. Дай вперед чуть-чуть, за дерево сейчас сяду. За будкой сидит один чувак. Да. Направление, за будкой, за вышкой, которая будка? 150-165. Стреляйте, бежит. За деревом. Ага, понял. Бежим дальше, нам все еще надо бежать. Еще справа эти мрази. Тут ХГ легкий есть, может поможет. Да, хорошая ХГшечка. Но справа могут... По мне ляпают. По мне тоже. Смотри жопу. Минус один. Один кнокнутый. Его бросят. Сейчас сзади будут по нам стрелять вообще в открытую. Вон он стоит. Убит. До свидания, все минус они. Справа, чуваки, очень много было. Они сражаются. Хорошо. Показательный давайте, надо подлечиться. Это последние, все остальные там. Быстро просто к ним туда рашим. Круг у нас. Подлечиться. Под ХГ тогда? Да, они все на ХГ, все. Пятеро живы остались. Все понял. Все, просто стоим их и принимаем здесь. Больше ничего не надо делать. Где они? Наверху. У камней. Один минус. Добить надо, чтобы не подняли. Почти. Еще один бежит сквозь деревья, вижу. Вижу. Кнопнул одного. Все, они за камнями, все, двое. Осталось два живых противника. Все два живых. Все они там. Вижу одного тоже, поднимает товарища. А, так мы в круге, куда я пошел? Да. Все, мы просто их палим. Хорошо. Я стреляю по одному патрону, чтобы ему было просто сука страшно. Нужны пятерки срочно, у меня один магазин пятерки, остался. Пятерки, выдайте, пацаны. Понял, товарищ он. Пофигу, это главное, не подставляйтесь, им нужно бежать. Просто скинул пятерки. Спасибо. Энергетосы зажуйте, кто не фул. Миша, есть энергетики? Есть. Зажуй. Делаю. Делаю, все нормально. Все. Вижу чела. Направление. Там же за камнями они просто. Они не выходят из-за камня. Короче, бафаемся и просто ждем, когда их синие. Да. Профилактично можно популивать, чтобы так это размять. Попал одного, вообще очень больно, прям в башку. Хорошо. Это не важно. Все, не секунды, 2 секунды, они сейчас будут в говне вообще. Все, да, в голову мне попали. Попали все, отбивайся, просто ждите. Угу. Они побегут. А вон они спускаются справа. Три человека живое. Б
Блин, там такая халява. Попал тоже справа. Их вообще сжирает все. И сейчас там, сейчас им будет очень больно. Они могут за дом успеть. Лево, лево, лево. Один лево, много. Ой, нас тут закрывает тоже. Есть! Все убиты, 11 киллов, 11! Вот это, сука, было хорошо. И все живы остались, это очень круто.